Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Трансляцию, чтобы вам рассказать по поводу клипа, чтобы не заебывали меня в комментариях. Нужно больше людей, нужно больше, больше. Йоу, всем привет. В общем, все знают, что у меня скоро должен выйти клип, вот. Но кого-то хуя наблюдаю под ебаным тизером, всего лишь, блядь, 9000 комментариев. Вы серьезно? Ебашьте, в общем, больше комментариев. Отмечайте друзей под этим видосом. Вот, я хочу, чтобы это, блядь, увидела все нахуй СНГ. И клип выйдет на днях, прямо очень скоро. Ебашьте коммент. Вы лучше, на самом деле это очень охуенно, что вы поддерживаете. Типа вот. Короче, это очень клево, что вы поддерживаете, типа, артистов таким образом. Типа, это мотивирует, вдохновляет. Это очень круто. Дроп. Нет, песня еще не вышла. Песня выйдет вместе с клипом. Салют моему брату Зяме. Он сделал это дерьмо. И клип выйдет на днях. Я его сам жду не меньше, чем вы, на самом деле. Бля, был на концерте 6ix9ine, короче. Вот. Подогнал ему мерча, и он, короче, в нем выступил. Я охуел, пиздец. Это очень пиздато. Я тупо от радости наложил штаны нахуй. И честные. С какой-то замес, короче, на блоке. Вызвали копов. Блять, как меня заебал этот пидорас, нахуй, который падает вечно и, блять, смотрит. Да, единорог, ты. Трек My Vance Touched Skate, этого трека, к сожалению, не будет, потому что я забил на него хуй, и мне стало впадло его писать. Клип очень скоро, чуваки. Я сам его жду. Не представляете, как. Я очень рад, что вы тоже его ждете. Это охуенно. You know?
Фит с 6ix9ine. Бля, даже хуй знает, в чем с вами общаться, нахуй. Трек «Карнавал», кто знает. Бля, я не знаю, даже не записывал этот трек, я просто типа... Типа чекал биты, типа решил зафристайлить, снял эту историю. Может, запишу. Этот дробный этот курорт на днях вообще, чуваки, пизда будет. Биты отправляйте, у меня есть почта, я, блядь, смотрю все биты почти. Кидайте на почту, все указано. Oh, baby, I don't understand this.